Друзья, всем привет! Вы на канале «Усадьба Белая Лошадь». Сегодня прекрасный солнечный день. Птички поют, тепло, замечательно. Вот, извиняемся, что пропали. Появилось очень много дел, очень много работы. Лера устроилась на ферму ветеринаром. Сейчас работает на ферме. У меня своих дел много, тоже связанных были с работой, с зарабатыванием денег, так как сейчас весна, очень много строительства намечается, очень много нужно делать, и на все это нужны финансы. Вот. Но сейчас постараемся вернуться в ритм и записывать для вас нашу жизнь, чем мы занимаемся и что мы делаем. Вот. Сегодняшний день у нас будет посвящен постройке жилья. У нас появятся две 70-процентные козочки нубийские. Вот, и их нужно где-то разместить. И сегодня я как раз вот этим вот и займусь. У нас на данный момент сейчас две взрослые козы. У них, ну, от этих двух коз три козленка. И еще две козочки маленькие тоже приедут. Вот, плюс еще к этому есть овца и два ягненка. Взяли мы тоже на днях. Тоже чуть погодя о них сделаем запись. Вот. И для всей этой живности места у нас не хватает, и нужно достраивать для них отсеки, загончики, или как их назвать еще, ну, не знаю. Так что, друзья, давайте оставайтесь с нами, будем строиться. Так, ну вот, друзья, наше помещение, где будем производить постройку отделений для наших козлят и для наших овец, и для будущей живности, которую еще будем мы приобретать, или она будет у нас рождаться, и так далее. Сейчас вот здесь у нас есть уже три отделения, где живут козы. Здесь коза, и там их не козлята. И хочу вот здесь вот от двери сейчас построить еще отделение для наших козлят, которые сегодня приедут, потому что сейчас тут содержатся овцы. Вот я им постелил здесь подстилку, как бы они на этой подстилке спят, и нам нужно куда-то отделить козлят. И думаю, здесь вот на данный момент в этом углу я построю отделение, может больше, сколько успею, посмотрим. Но вся эта часть будет состоять в будущем из отделений. Думаю, 4 отделения здесь вполне поместится. Ну и наша задача сейчас вкопать сюда столб и разделить его досками и сделать поддон для них, пол, чтобы от земли не было холодно. Ну и положить подстилку. Вот. Так что, друзья, продолжаем. Так, ну вот, нашел неплохой столб. Дуб, думаю, замечательно для таких целей подойдет, так как навоз и так далее, дерево быстро гниет от навоза, а дуб более долговечен. Столб нашел, а вот пошел за лопатой и обнаружил на лопате вот такую вот фигню. Надо теперь выпрямлять лопату, другой сейчас лопаты нету, а ехать в магазин за новой долго. Сейчас эту быстренько выпрямим и продолжим работу. Ну ладно, поехали. Выкапываем ямку. Земля здесь утрамбована. Очень хорошо. Интересно, что здесь снова уголь каменный. Он просто здесь везде использует, везде этот уголь. То есть полы тоже просыпаны этим каменным углем. Что очень интересно. И через него не так-то просто пробиться. Возьмем
утрамбовку. И все это дело затрамбуем. Пришел помощничек, тоже хочет помочь. Все. Давай, Топаз, утрамбуй немного, столб нам помоги. Топиза. Вот столб, все. Дальше от этого столба продолжаем плясать. И Топаз что-то там встал в угол, как будто наказан. Так. Сейчас отрежем нужное количество нам досок, нужную длину. И продолжим строить. Нашел еще брусок, прям и длиной подошел. Вот сюда я его ставлю. Сейчас вот брусочек, сейчас мы его прикрепим и уже будем ставить стенку. Шикарно. Теперь только со стеной отойдет. Ну поехали. Блин, молоток забыл. Ладно, будем забивать топором. Так. Первая дощечка пошла. Так держится. Еще один. Все, отлично. Так, дальше поехали. Ну так, друзья, вот на данный момент такая стенка вышла, столбик. Шикарно
крепко держится. Пробил доской с другой стороны тоже, чтобы крепче держалось. Нижнюю доску добавил, вкопал ее в землю и там тоже с доской соединил, чтобы она была укреплена и не болталась. Вот. Но я думаю, такой высоты на данный момент хватит для козлят. Козы, они особо преграды не перепрыгивают, но если что, не проблема засунуть еще одну доску, добавить потом в будущем. И все. Ну что, дальше теперь переходим к полу. Сейчас нужно постелить пол. Думаю, как сделать его лучше. Или положить стойки из кирпичей, чтобы не прогнивали доски. Или бревнышки какие-нибудь найти и положить. Сейчас, что мне попадется в первую очередь, то, думаю, я и положу. Так, ну вот сделал таким вот образом. Вниз я положил дубовую жердь. Она уже старая, она еще здесь, до нас была, держала пол. Я ее еле разрубил топором, но она крепкая, вообще нисколько не прогнила. Ну и с этой стороны. А сверху уже положил обычную сосну. Она практически земли касаться не будет. Со временем, конечно, осядет, но все равно, я думаю, этот пол нужное нам время прослужит. Вот. Ну, сверху сейчас постелю доски. И будет определенное расстояние до земли, куда будет стекать моча и вся жидкость впитываться в землю. Вот, примерно так. Ну и плюс сырости такой не будет от земли козлятам. И даже если здесь потом будет стоять коза, то как бы выеме не будет замерзать и самим не будет холодно. Так, ну вот, друзья, дело идет, движется, пол готов. Теперь внизу у нас расстояние где-то более 10 сантиметров. И ну, вот так все дело выглядит. Думаю, замечательно получилось. Все, осталось сделать дверь. И готово. Уже звонила Лера. Выезжает. Через часа полтора будет здесь. Так, друзья, отвлекся тут немножко. Он тут... Дикая собака забежала к нам в огород. И Лана у нас с Мариком никак не могут успокоиться. Лана ее прям покусала так нормально. Даже, наверное, это не дикая, может, соседская собака. Но больше в огород у нас ходить к нам не будет. Потому что у нас пропадают куры. Ну, пропадали, по крайней мере. Сейчас мы их не выпускаем без присмотра. Гуси. Вот, и... Частенько бывает, что какие-то залетные собаки их грызут. Вот сейчас одна зашла и получила, так скажем, по самой небалуй. Вон Лана до сих пор успокоиться не может, бегает. Здесь все это дело на этом месте произошло. И все, вот они сейчас обнюхивают территорию. Вон Марик там нюхает, видать, пометил, что ли, успел. Лана не может успокоиться. Такие дела, с лобаями лучше не связываться. Ладно, продолжаем, друзья. Так, ну все, друзья. Такая вот вещь у нас получилась. Сделал здесь дырочку, чтобы света больше попадало. Тут небольшую дырочку. Ну, надо будет, наверное, дырочки наделать таких. Хотя свет вроде и так попадает. Так, ну вот, стенка еще одна. Сделал дверь. Замок деревенский. Все открывается. Пол. Стенка. Все готово для жилья наших козлят. Осталось только постелить солому, и можно их заселять. Лера уже звонила, едет. Везет козлят. Козлята, говорит, очень красивые. И козел, получается, папаша, такой огромадный, говорит, и козы, говорит, тоже такие большие. Мать тоже большая. Так что, думаю, здорово, хорошая порода нубийская. Ну, там 75%, отец 100%, и коза там 50%, не знаю сколько. Лера все знает и скажет. Ладно, пойдем, сейчас она скоро приедет, будем готовиться. Так, ну вот, друзья, приехала Лера.
вот с такими чудесными, прекрасными козлятками. Это помесные нубийки, помесные. Не 100%. Вторая очень сильно кричит. Очень. Это успокоилось. Маня? Козы успокоились. Козы тоже были в шоке. Да, Маняшка? Ну, понюхай, понюхай. Ханя-то не будет бить, а Маня будет... Они пока вдвоем будут жить. А потом со всеми только. Мордашка, смотри. Вторая вообще кричит, тоже хочет. Ой, вторая сестренка орет, ох, господи, помилуй. Очень сильно. Ну, красавица, да? Да, красивая. Вообще. Понравились, да? Угу. Очень красивая. Тут только лампочка, да, куда-нибудь? Так, да. Ну, это помесные, процентные. На чистых денег пока нету. Но мне понравились там козочки большие такие. Ну, у них стресс с дороги. Вторую давай покажу. Она орёт, правда. Давай. Эй! Не бойся! Ой-ой. А я думала, ты мисочку потом сделаешь тут для зернышки. Да. Ой, вторая покрупнее будет. Вторая с пятнышком. Вторая с пятнышком есть. И что ты? Имена уже в дороге придумала, что ли? Нет. Такие девочки. Подружки вон бегают. Вон пошла. Все изучает. Ой, боитесь, да? Ой, боитесь. Сестреночки, да? Все. Похожие, да? Ага. От мамочки вот отняли. Ну, так, молодец. Да. Сколько им? 2 недели, да? Все, смотри, да сами домой пошли. Крупные, да? Ага. Вот ящик, кстати. Такой повесь, что ли, большой кисти? Пойдет. Дрожат, что ли? Страшно, что ли, вам? Может быть, холодно. Тут так-то прохладно. Страшно. Так они уже большие, как лягушка, блин. Есть такое, да. Обрежутся друг к другу. Тепло, соломы много постелил. Страшно еще. Вот такие козочки у нас теперь, друзья. Всем пока!